Всем привет! Сегодня мы с семьей подписчиков, ставшими уже нашими друзьями, потому что, по-моему, уже 4 года знакомы, да, поднимаемся в горку. Не так это оказалось легко. Мы доехали на восьмерке на 17.20, наверное, немножко опоздала. Вот в 19.10 будет последнее. До этого времени нам нужно успеть здесь прогуляться. Посмотрите, какая красота. И мы забираемся в парк I Love Alanya, чтобы показать вам эту красоту сверху. Ух, вот, оно-то не так далеко, но дело в том, что здесь получается идти змейкой, и наклон такой хороший, приличненький. Ну что, пережили подъем? Да. Можем пойти горку? Да. Ого! Вот они, врата рая, до которых мы дошли, мы выдержали. Мы на самой макушке, в новом парке. Ну как тебе? Как Виолетта? Это, кстати, Виолеттина тезка. Тоже Виолетта. Да, впереди Эртанчик. Виолетта сегодня с нами не пошла. Одна. Одна здесь, одна не пошла. Ну давай, удачи, удачи.
Нам повезло. Водитель закончил свою работу на сегодня и везет нас уже не по маршруту, а везет нас возле пика, нас где-то там высадит. И за 3 лиры мы получили экстрим-тур по турецкой деревне. Адреналин просто зашкаливал. Такие виды панорамные. Было страшновато, но было очень здорово. Это было сегодня наше такси. Наш вечерний тур по Алании. А туристы платили деньги на джипах и приехали. Их даже не везли туда, где были мы, в таких экстремальных суперместах. Так что садитесь на маршрут номер 8. И вот сразу подошел автобус наш. Садитесь на маршрут номер 8 и за 3 лиры получите супер экскурсию.